Навстречу бизнесу пошли депутаты на заключительной в этом году сессии Гордумы. Они приняли решение оставить арендную плату для малого и среднего бизнеса в 2022 такой же, но не для всех. Не индексировать в 2022 году ежемесячный размер платежей по договору аренды муниципального имущества, заключенного субъектами малого и среднего предпринимательства и физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим, налог на персональный доход. Исключение составят лишь объекты инженерной инфраструктуры. Выпадающие доходы бюджета оценили в 1 000 000 рублей за год. Рассмотрели депутаты и закон о местном самоуправлении, представители которого могут составлять протоколы. В этом вопросе не все были единодушны. Так у некоторых депутатов возник вопрос, почему в принимаемых ими законах нет работников сельских администраций. Коллизия какая возникает? Они все равно за все отвечают, но при этом полномочий мы им никаких не даем. Учитывая то, что жители на сегодняшний день юридически подкованы хорошо, их просто будут, извините за выражение, посылать. С 28 декабря счетную палату Барнаул возглавит новый председатель Ирина Анцупова. Сейчас акцент смещается все-таки на предварительный контроль и на контроль за эффективностью достигнутых результатов. Кроме того, депутаты приняли в собственность 5 трамваев «Татра Т3», которые приехали к нам из Москвы. Эта процедура нужна, чтобы передать их затем в Бийск. Правда, не всем депутатам понравилось, что средства Барнаула потратили на другой муниципалитет. Тем не менее, обновление технопарка продолжается. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, «День с толком».